Канал «Город кукол». Дары лета. Добрый вечер. На канале «Город кукол» пятичасовые новости. С вами в студии Мамока. Сегодня в эфире новости. Минутка поэзии. Прогноз погоды. Театрализованная постановка театра «Профитроль». Недавно ходили в лес. Собрали и грибы, и ягоды. Я собирала чернику. Эта ягода очень полезная для глаз. Если глаз твой вдруг замылен, не помогут тут очки. Ты возьми в ладонь чернику, одним махом проглоти. Грибы – продукт отличный, их можно добавлять в любое блюдо. Если повар так себе ты, и не горюй ты, не хнычи, ты возьми грибов побольше и добавь скорее в щи. Прогноз погоды. Погода была прекрасная. Принцесса была ужасная. Это все достаточно. Вот ты меня спрашиваешь. Я? Чем хорошо лето? А я отвечу. Да всем. Бабочки, цветочки, горох. Горох? Прямо с грядки свежий жуешь. Здорово. Зеленый, хрустящий, вкусный. Кто вкусный? Я не про вас. Это что еще такое? Я царь, между прочим. Вы что, сказку не знаете? Нет! Сейчас вы станете свидетелями. Никогда еще свидетелем не приходилось быть. Ставь лайк, если ты любишь похрустеть горохом. Театр одного актера. Горох в студию. Постановка «Царь Горох». Я царь Горох. Я управляю страной горохи. Возливает. И пусть снаружи я зелен, зато внутри почти умен. Поэт проснулся. Горох в почете во всем мире. Давайте кушать 3-4. Подписывайся на наш канал. Совет дня. Будьте осторожны с гороховым супом. Недаром его за глаза называют музыкальным. Даже не нужно ходить в музыкальную школу. Тут же превращаешься в человека оркестра. Так? Или вот это? Не то. Храпит, скрипит зубами, так еще и пердит. И все одновременно. Человек-оркестр, блин. И в завершении, по просьбе трудящихся, хотелось бы закончить нашу передачу песней. Лето — это маленькая жизнь в поле. Ты забыл совсем свои слова, что ли? Неужели нельзя было две строчки запомнить? Лето — это маленькая жизнь.